2010 году Билайн Бизнес в Петербурге объявил о сотрудничестве с группой компаний «Цифрал Сервис», в рамках которого провайдер предоставил российскому лидеру на рынке обслуживания и монтажа домофонных систем полный пакет телекоммуникационных услуг, став единым оператором связи и поставщиком телеком-оборудования. Сегодня представители обеих компаний подводят итоги совместной работы и рассказывают о новых совместных проектах. Сотрудничество с компанией «Цифрал Сервис» началось в 2009 году. В результате тендера был выигран проект, где мы реализовали по фиксированной связи, организовали каналы передачи данных и создали сеть IPVPN клиента по всей стране. Это касалось и центрального офиса, и 22 регионов Российской Федерации. Это позволило клиенту создать совершенно новую IT-архитектуру своей сети, связать центры и филиалы в совершенно другом уровне, тем самым оптимизировать затраты на связь и облегчить общение сотрудников друг с другом. И, в общем, 2010 год показал, что работа с таким единым партнером, она существенно упрощает деятельность служб, связанных с учетом. У нас существует единый центр учета по всем бизнес-единицам. Еще важным моментом хотел бы отметить простоту и удобство взаимодействия непосредственно с менеджерами, как в северо-западном регионе, так и на местах в дальнейшем по России. Билайн Бизнес предоставил команде «Цифрал Сервис» мобильную связь и интернет во всех регионах Российской Федерации, а также фирменные телефоны и модемы Билайн на особых условиях. Разработанный с учетом сложной географии клиента специальный тарифный план учитывал индивидуальные особенности каждого сотрудника, каждого подразделения. Это существенно снизило наши расходы, в частности, на междугородние взаимоотношения. Если говорить в целом о затратах на мобильную связь, экономия, скажем, порядка там 15% как минимум. В целом, по группе компаний это достаточно приятно для нас. 2011 год отмечен стартом нового совместного проекта, главная цель которого – повысить безопасность и комфорт жителей многоквартирных домов. «Цифрал Сервис» при поддержке Билайн реализует для жителей Санкт-Петербурга и других крупных городов программу «Безопасный дом». В рамках данной программы устаревшие аудиодомофоны заменяются на современные системы видеонаблюдения. Подъездная телекамера фиксирует всех посетителей дома и приглядывает за двором. Незримое видеоуко ведет наблюдение 24 часа в сутки. Изображение поступает в центр обработки данных, где формируется архив, содержащий всю видеоинформацию подъездных камер. Эту информацию мы предоставляем по запросам для того, чтобы этой системой могли пользоваться компетентные органы, необходимо обеспечить доступ к этой информации через сеть интернет. Вот именно в этом нам любезно помогает наш стратегический партнер, компания Билайн. Пилотный проект в Петербурге показал свою эффективность, и мы надеемся на развитие его в регионах России. Еще один масштабный проект 2011 года на базе сети Билайн – оснащение региональной сети группы компаний «Цифрал Сервис» офисными АТС «Авая». Совсем недавно Билайн Бизнес реализовал свое решение для группы компаний «Цифрал» под названием «АТС под ключ», установив в 15 регионах станции «Авая». Благодаря стратегическому партнерству с одним из ведущих производителей «Авая» мы можем действительно по конкурентоспособной цене предоставлять самые новейшие решения для своих клиентов, тем самым повышая эффективность их бизнеса. Наконец, можем контролировать действительно количество звонков, остающихся без ответа, потерянных звонков. Скажем так, если говорить о реальных цифрах, то ситуация изменилась от 82% отработанных звонков, да, до 97%. За октябрь, согласно данным «Аваи», в компанию поступило порядка 19 тысяч обращений за месяц. Процент уже начинает играть роль, и это существенно сказывается на лояльность наших клиентов. А для нас это очень важно. Перспектива 2012 года – внедрение конвергентного решения FMC от Билайн Бизнес. «Цифрал Сервис» также намерен воспользоваться услугами дата-центра Билайн.